Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Всем снова привет! Мы начинаем с древа навыков, потому что на нем я остановился в прошлый раз, и я вот пока в раздумьях, что же мне здесь нужно. Я думаю прокачать вот эту полезненькую штучку. Это шипы, которыми я, например, мог остановить вот этих двоих чуваков. И давайте мы их с вами купим. Вот, больше именно в данном я здесь не вижу ничего полезного. А, мертвая хватка. Уменьшает отдачу при стрельбе из любого оружия. Увеличивает скорость смены оружия. Увеличивает продолжительность концентрации. Слушайте, а вот это полезная, наверное, штучка-то. Давайте ее купим. И нам звонок, я так понял. Нет? Не хотят нам звонить. Ну и ладно. Снимем из банкомата денежку. Снимем денежку. Нам дали 1200. Неплохо, кстати. Так, разблокировать центр CTOS. Окей, сейчас разблокируем, я так понял, здесь. Ну что за... Нет! Мадам, вылезайте из машины. Вали! Остановите его. Не вздумай звонить, дура. Я специально проконтролирую. Не звонить, все отлично. Контракт устранители где-то спереди, но мы сегодня... Наша главная цель и задача — поехать сегодня в тюрьму, как я и обещал в прошлой серии, и начать это задание. Потому что задание довольно долгое, насколько я помню, и относительно интересное в плане скрытности. То есть там надо все делать скрытно, аккуратно и все такое. И вот нас, кстати, подняли мост. Мы прыгнем через него. На чужую машину, да? Нет. Смотрите, как аккуратненько, даже не попал на чужую машину, ни на что. Так. Мы все еще едем. Зацепляем попутно чужие автомобили, царапая их, но нам без разницы, у нас же не наш авто, правильно? Поэтому какая нам к фигам разница, что мы покоцали чужие авто? Потом надо будет шипы вам показать, как работает. В принципе, я думаю, вы и так все догадываетесь, как работают шипы. Так, ну а тем временем мы аккуратненько проезжаем. Кстати, там показывается, вот там вот едут копы, вон они. На карте это все отображается, это тоже, кстати, прикольно, на мой взгляд. В принципе, не в первой игре, где отображаются копы. В общем, приходим сами в полицейский участок и, походу, сдаемся, я так понимаю. Продолжить. Нет, мне это неинтересно. Так, стоп, у кого-то можно было украсть деньги. О, у тебя. Ау, 4000, ни хрена ж себе. Так, большая сумма, я вам скажу. Ну что ж, начинаем миссию с полицейскими. И поехали. Исправительный центр Пейлин. Администрация договорилась с Блюм об обновлении системы. Они полностью перешли на цифру. Если он в старом здании, будут проблемы, но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Стой! Брось ствол! Мордой в пол, ну! Руки за голову! Живо! Давай! Скажи, Джорджи, мы квиты? Замри! Пирс, Эйден... Смит! Ну вот, теперь мы Джон Смит. Одно из самых распространенных имен, насколько я знаю. Вы же устраиваете такой шмон приписки вчера. Откуда у меня палево взяться? Да. Одни невиновные вокруг. Иди давай. Про права человека слышал, тупой баран. Заткнись уже. Так, у них есть камера. На них, точнее, есть камера.
Давайте переключимся, посмотрим, что нам нужно найти. Быстренько между охраной переключаемся. Нам нужно попасть вот туда, где желтая... Где желтая линия. По крайней мере, насколько понял я. Хоп. И не туда. Промахнулся, простите. А, так. И нам нужно ниже. Черт. Нам нужно ниже, а кто у нас в нижнюю входит? Как нам, точнее, туда говоря, попасть? Потому что кто-то у нас туда входит. Наверное, ты, чувак, у нас туда входишь, да? Оп. Вы меня и привели, ребятки. Джорди, я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Я на связи. Так, насколько помню... Оу. Да, на F, конечно, вырубать, но нас обнаружили, поэтому... Немножко не в тему пошло. А, ладно, я сейчас попробую сделать это более аккуратно. А, надеюсь, у меня это получится. Так, главное сделать это тихо. Насколько я помню, того чувака лучше в идеале, конечно, вырубить, и он нам тогда не помешает вот туда вдаль пробраться, но... Надо смотреть аккуратно, потому что нас может вырубить охранник. Точнее, не вырубить, а просто даже заметить охранник, который находится сверху. Вот поэтому надо делать это максимально быстро. Что это? Вот я вот про что и говорил. Задание провалено. А, черт. А, стоп, что я делаю? Я совсем неправильно делаю. Я же забыл. Проще с той стороны проходить. Проще проходить по вот этой стороне. Сейчас покажу, как делается. Здесь нам в данной ситуации нас могут палить сразу два охранника, снизу и сверху, но делается здесь это проще, намного проще, поэтому все делается примерно вот так вот. Снова прячемся. Заходим вот сюда вот. Вроде бы нас здесь никто не обнаруживает. Ну, будем на то надеяться, по крайней мере. Так. Влезть нам не надо. Камера нам тоже здесь не нужна. Мы просто идем на первый этаж. Получаем доступ. Чёрт, график я нашел. Где двор для прогулок? Наверху. Так, перехватываем данные. Мы просто вычислили, какие цифры нужны для его победы. В нужный момент запустили через CTOS особые сообщения, чтобы люди их услышали. Не подсознательно, а прямо в лоб. Блин. Я тоже голосовал. Правда, сотрудникам обязательно. Так, аккуратненько быстро проходим опять же таки сюда. Насколько я помню, нам нужно вот к этому копу. Он зайдет сейчас вот в эту комнату. Отлично. А, так, нам нужно подготовить заранее, потому что вы помните, что... Не очень лицеприятно будет, если мы вот эту хрень включим. Кажется, у этого чувака имеется татуировка на все лицо. Дерьмовая. Зато очень приметная. Он где-то здесь. Куин впустую рисковать не станет. Блин, чел. А мне как примазаться? Работай. О, ну нахрен. Что за херня?
Черт, Винг! Чего на мне болит кутука? Да, я тоже не допер. Сто пудов какая-то подстава. Вот кто писал, блядь. Ну как ты хочешь? Нет, нет. Хорош про этого хрена, либо все. Угу. Вот эти ребята говорили, я просто никак найти их не мог. Так, а нам на самом деле надо найти другого человека. Перевести пленника не вышло. Что ж, план Б. Что от нас надо? Заставьте его говорить любой ценой. Все понял. Хрено. Обана. Опа. Так, как до тебя добраться? Послушаем-ка. Какой еще перевод? Кто вы такие? Требую адвоката! Куда мы? Че молчишь? Боже мой, где документы? Уже. Где мой адвокат? К адвокату и идем. Нет! Ё-моё! Только отряхнем тебя сперва. Ты что придумал? Я не вожусь с продажными... Заткнись ты уже! Черт, нужно действовать, пока его не убили. Хрено. У нас проблема. Его увели охранники. Черт, подвал, они в подвале. Так, это надо вырубить всю охрану к чертям. Естественно, сделать это более-менее тихо, потому что... В общем, громко лучше ничего не делать в этой ситуации. Это будет только хуже. Так. Я думаю, вот так будет вполне себе нормальненько. 120 патронов нам, в принципе, хватит. И нам нужно на лифт. Поэтому пойдемте. Так, если там кто-то будет, пристрелю к чертям. Прям вот обязательно пристрелю к чертям. Ну, открывайся, давай, давай. Чисто. Чисто, отлично. Пирс настолько ленивый, что ему даже в лифте кнопки то лень нажимать. Я смотрю, какие-то темные делишки тут творятся. Давай, наведи порядок в тюремной системе. Все чисто. Дверь нараспашку. Сигнала тревоги не было, гляди в оба. Так, надо пометить всех охранников. 102 лузера забыли на стадионе. Ведь нас дело проворачивали. Думаешь, мы без больших друзей? А с ними делиться кто будет? Нет, нет. Я же сказал, ничего не было. Нам позвонили. Кто-то нагрели, нас нагрел. Как же, хорош врать. Мы предупреждали. Считаешь, что ты бессмертный? Да сколько можно? Все, что знаю, сказал. Клянусь. Правда, клянусь. А напарник? С ним-то что? Где он сейчас? Морис, в душе не знаю. Он у них. Может, сдохнул? У них? Не знаю. У кого? Имена скажи. Я не знаю. Но лица-то видел? Видел? Так, в общем, больше я, видимо, от них ничего не узнаю. Ладно, надо аккуратненько пройти внутрь. Так, взломать. Ну, камеры нам больше не нужны. Вести себя поаккуратнее мы, в принципе, можем. Концентратор отлично. Просто великолепно. Достичь. Сам себя да кому это я хуже делаю, а? Деточки. Вы на линии огня! А вы думаете, что вы не на линии огня? У нас рак. Надо бы туда в деле пробраться. Обойдем его сбоку. Вперед. Назад, в укрытие. Вы на мушке, пригнитесь. А вам нужно подкрепление, ребят? Ты ж мразь. Не зевай. Так, обходим его. Могли бы предупредить. Припасами. Стреляют! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, прицеливание, конечно, в этой игре все-таки иногда хромает. И это ее не очень хорошая сторона, но, тем не менее, с ней тоже мириться кое-как можно.
Ладно, сейчас мы это сделаем еще раз потихоньку. Ну, или более-менее потихоньку. На этот раз я прослушивать весь их диалог не буду. Я примерно знаю, где все эти копы стоят, сидят и все такое. Да, черт, мне не дают прослушать. В смысле, пройти без прослушки. Бла-бла-бла-бла-бла. Замечаем всех копов, которых видим. Что, два лузера забыли на стадионе? Без нас дело проворачивали? Думаешь, мы... А, теперь можно спокойно бежать. Ну, или более или менее спокойно. Давай лучше стреляй. По-хорошему! Снял он меня, я тебе что, шлюха, чтобы меня снимать? Вы на ножки, пригнитесь! Власть в паре. Назад, укрытие! Скорую, полиция! Заходим сбоку, пошли! Зря ты туда вылез. Он ранен! Так, обходим его! Походу я влип! Зевать! А если я зевнуть хочу? Что мне тогда делать? Вы на линии огня! Нужна так, помощь, ладно. Срочно! Замечь! Ну, ты, видимо, последний чувак. Благо, патрон у нас вечные и не вечные, но много. Ты, мать твою, еще кто? Блядь, что ты пуговка не сел? Ты, мать твою, кто такой? Чела, мне всех-то и не надо, мне только тебя завалить. Видимо. Ты такой взялся-то, мать, ты бронированный. Вот это читерство. Вообще, они выбежали ровно из той двери, к которой я бежал. Это нечестно. Это нечестно. И еще и с самого начала это вообще нифига не честно. Я обиделся на создателя игры и все. Что, два лузера забыли на стадионе? Тогда, кстати, я одного и не пометил. Ой. Думаешь, мы без больших друзей? Упс. Вот это называется упс. Нет, нет. Я же сказал. Так, в ту камеру. И вот там открываем все. Так, стоп. Чуть не ушел без оружия вообще. Дурак-то, а? Выстрелы! Выстрелы! Тут убивают! Внимание, тут стрельба! Так. Укрытие я поменял для того, чтобы эти придурки его поменяли. Иначе я недолго буду его менять. Так, надо поаккуратней. Посмотреть. Черт, где подкрепление? Куда они будут идти? Внимание! Меня стреляют! Давай, подними ты свою голову, придурок. Ну. Этого я и ждал. Я взял его! Взял его! Знаете, мне... Нашпигую, как миллион, брат! Знаете, кого мне вот этот чувак напомнил? Кто играл в Fallout, тот поймет, кого он мне напомнил. В третьем Fallout'е такие точно были, я не помню, были ли в предыдущих частях.
Да чтоб тебя! Так вот, касаемо третьего Fallout. В нем такие ребятки были. Вот, из-за кривого читка чуть-чуть совсем, прям самую малость управления в стрельбе. Она довольно криво, скажем так, наводится, на мой взгляд. В общем, не знаю почему, но это странно, наведение идет. Вообще, давайте я скорость мышки чуть-чуть, вот, примерно до такой уменьшу. Думаю, этого будет вполне достаточно. Будет чуть-чуть удобнее, по идее. Хочешь уехать отсюда прямиком в морг? Так, будем ждать, пока они будут сами вылезать. Вы на линии огня! Сам себе делаешь хуже! Заходим сбоку! Пошли! Сдавайся! Еще бы у вас не было раненых. Вы же такие дебилы. Кстати, дайте-ка... Походу точно влипли вы, ребят. Причем все. Обойдем его сбоку. Вперед! Ладно. Раз они меня собрались обходить, нужно быть аккуратным. Назад! Укрытие! Осторожнее! Точнее, не аккуратным, а аккуратней. От того. Куска бекона за завтраком. Чего у меня отрезать собрались? Валите, тварь! Всем лечь! Всем это кому? Тебе? Почему у меня, кстати... Прячься, прячься! Все равно найду! Не прятаться, все равно найду. Заглазый чувак. Так, на этот раз я буду более аккуратным в плане... того, чтобы стрелять. Быстрее! Вы на линии огня! Давай, подними свою голову. Внимание! Внимание, тут стрельба, меня убили, внимание, нет, какой ужас. Люди, на помощь! Тихо. Ты здесь? Как ты сюда попал? Знаешь, это было просто. Все эти современные здания облегчают задачу. Мы знакомы? Что? Мы встречались? Нет. Ни разу в жизни, чел. Я так и думал. Ты у нас тут на 60 дней. Паиньки выходят через месяц. Читай. Шестьдесят лет? Ты чё, чувак? Расписываю тебе варианты. Вдруг захочется поболтать с кем-нибудь или... копом стукнуть. Все ясно. Всем постам, боевая тревога. Сбежал первый мужчина, Джо Смит. Шлите наряд в прачечную. У нас пропала связь. Понял, действуй. Ну что, ребят, Джо Смит сбежал. О нет. Джорди, готово. Круто. Теперь самое время выбираться. Правда, к тебе там подарок плывет. Где? Поверь, не пропустишь. Ну, не пропустишь, значит, я надеюсь, что мы его нормально получим. Ладно. Собственно, сейчас мы попробуем скрыться. А точнее, сбежать из участка полицейского. Какой-то странный мужчина выходит. Всем постам. Обнаружен подозреваемый. Офицерам нужна... Ладно, как меня они уже обнаружили?
И вот, кстати, вот здесь вот есть определенный момент. Здесь нельзя побежать, ребят, ни в какую другую сторону, кроме как в одну конкретную. Блин. Вписался в какую-то невдолбенную теорию заговора. Хотя, если честно, я тут прикинул. Это же охрененно. Дальше делаем из мэра марионетку. Денег нам отвалили, резвимся дальше. Я хз, кто нам платит, зато потыкаем палкой. Принято, у нас подсобие, иначе мы в пути. Вертолет уже в пути. Черт. Озвучу пару своих идей. Я тут такого на... Так вот, с той стороны до хрена копов. И единственный способ нормально пробраться, при этом не теряя свою карму, сделать это вот так. Вы, конечно, можете поубивать копов, но вы из-за этого потеряете, опять же, свою карму, о чем я уже говорил. Я столкну его с дороги. Этого лучше не делать, потому что карма нам, в принципе, впоследствии понадобится. Зачем именно она нам понадобится, я объяснять не стану. Так, насколько я помню, там дальше вперед надо было проехать. Да, еще, видите, не изменяет пока что. Мы выезжаем с парковки. Все, дальше дело техники. Просто должны уйти от копов, от вертолета и всех остальных. Это полиция. Ты прям такой смешной. Вот, кстати, полицейские, несмотря на то, что мы на джипе, а джип все-таки более такая, знаете, громоздкая машина. Несмотря на все вот это, они нас умудряются таки с дороги сталкиваться. Вот, я вот про вот это, видите? То есть это не я сталкиваюсь себя с дороги, это они меня сталкиваются с ним. Ладно. Собственно, на самом деле это не такая большая проблема. Собираюсь ни к чему прижиматься. Какие красивые копы. Ладно. Разворачиваемся и в обратную сторону. Попробуй его протаранить. Бам! Не ожидали копы такого. Минус две машины в итоге. Это полиция. Но у нас закончилось кое-что. Теперь мы не можем никак заблокировать полицию, а один из них едет за нами. Значит, будем ждать, пока батарейка восстановится. Да отвяжись ты от меня, малой. Нормально, да? Вот он меня вообще сталкивает. Просто не понимаю, каким вам раком это умудряется делать. Черт, гражданский ранен. Машину, смотрите, меня коп столкнул, а посчитали, что это я убил гражданских. Это прям, блин. Это полиция. Ни хрена нечестно. Остановите машину! Вот за такие моменты я прям-таки, можно сказать, в обиде. О, кстати, мы каким-то макаром убили. Потеряли цели из виду, пытаемся найти. Так, быстро угоняем от вертолета. Идеально нам, конечно, в гараж заехать, но гараж еще найти надо. Так, вроде бы у меня получится уехать. Усиленный патруль преследует подозреваемого. Пофиг, усиленный патруль, мы у меня потеряли, ребят. Черт, объект сбежал. Дадим сигнал всем постам. Странно, план сработал. Я в безопасности. Так, убийца Лены. Я обязан найти его. Дэмиан трепал про второго хакера. В Мерло кто-то был. Нужно потрясти Дэмиана. Как-то так. Ну, собственно говоря, ребятки, на этом всем спасибо, всем пока. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи, я надеюсь, вам понравилось. И смотрите меня в дальнейшем.